Итак, это суперфинал турнира. Данчес из Венеров имеет преимущество по счету 1-0. Пасита, который, собственно, Данчес в нижнюю сетку сбросил. Соответственно, этот счет 1-0 должен отыгрывать. Это у нас Best of 5. Данчес черкнул Mortal Falls. Пасита убрал Corrupted Keep. Именно та карта, которую Данчес сегодня разносил все живое. Ну, соответственно, выбрали ребята Данчес Бладрам, Пасита Руины, Данчес следующий взял Волкан. Дальше Волкан. У нас первая драка и Данчес соперника перешафтил. Павел 1-0. Но вот со стеком у него беда. Надо бежать. И, скорее всего, следующую мегу-то он уже упускает. Думает, как подступиться. Чуть сам рейл не получил. При этом не попал в прыжке. Пасита очень-очень толстый. Данчес даже не 100-100. Сейчас соперник его взял. Еще и хэви. Данчес пытается понять, где. Хорошая ракета, хороший ролл, просто шикарный. Еще одна рольса. Там оба никакие. На меге прямо при взятии меги. Дальше еще один ролл съедает, но у него сейчас может создаться ложное чувство, что там соперник один хп имеет. И можно получать. Нет. В итоге со стороны казалось, что у Данчеса что-то с мышкой случилось. Он там что-то поправлял. Нет, это был просто стратежный ход. В итоге 2-0. Ну, шикарно по стрельбе. Все сделал. Снова рейл. Вторая. У самого ХП вообще нет. Еще одна рольца. На, посидите. Сейчас не сладко приходится. Ну вот, ХП все еще у Данчеса нет, но зато наконец хэви съел. Данчес в СНГ тусовки знают давно, а вот Пасита это новое поколение, как они говорят. Игрок из Рязани, 18 лет. Сегодня много кого выбил с турнира. Проиграл только канал номеров Данчеса. Хорош! Хорош! Уже три фрага разницы. Ну прям как-то даже не подобраться к нему. Все попадает Данчес. Рейл шикарен. Не всегда залетает, но в целом, конечно. Сейчас 4 подряд промазал. Важный момент. И летит гарантированно. Ракета тоже шикарная. Сейчас ракетой разобрался. Вообще без шансов для соперника. Хэви за ним. 4-1. Счет мега с соперником. Тут же мегу сдуло. Через телепорт не пошел. А, он не знает, что мега взята. Подумал, что соперник, да, вот сейчас должен уже понять, что мега уже была, да, все еще ждет, все еще надеется. Ну, сейчас уже следующее появится. И наказали за эту ошибку. Ну, как говорится, не со зла, да, ошибся, просто прозевал момент, но тут же сдул. Данчес шафтом соперника. Стрельба в полном порядке. Так, здесь опасно на самом деле оставаться. Соперник сейчас гораздо толще. 5-0. Пятая минута. Лестен счет более чем комфортный. Вопрос только как отыгрывать. А вот сейчас ракета-то не залетела первая.
В тот момент, когда соперник только-только прыгнул на джампане, а Пасито очень хорошо свой рыл занес. Шафан, нет. Не прошел, не взял. Волнуется. Пойди. Брат за ХВ. Скачет, в него не попасть. И сейчас Данчес всю карту съест. 6-1. Вот только сейчас. 5 минут закончится. Себе дамать, чтобы еще и полтинник влез. Не слабо так подбросил, но в ответ тоже попал. И теперь спокойно брать хэви. Нет, спокойно, наверное, не дадут. Нормально там так Пасито на аркане залетел, но то ли он прям идеально понимал тайминг. На самом деле Данчес вообще не ожидал такого расклада. Он стоял, мне кажется, ждал хэви спокойно там контрольки постреливая. Просто Пасито просто ворвался, смел, забрал все. Ну вот на самом деле интрига оживает. 2-6. Вопрос, как будет дальше сыграть. Будет он агрессивно лезть или отсиживаться. Если бы это был финал Койкона, я думаю, второго соперника мы бы уже не увидели на карте. Хорошо сейчас на самом деле сыграл Пасито. На самом деле я хотел сказать, потому что я думал, что его сейчас убьют. Что произошло? Он мог спокойно взять хэви и потом лениво тоже там идти на мегу драться за нее. Нет, он опередил соперника, сначала пошел на мегу, очень голый. Ну, кстати, в итоге, да, дальше свой взял. Очень голый, подрался за мегу, ну, там на одном хп ее забрал, потом уже хэви. Факт в том, что потом его все равно убили, потому что все-таки та перестрелка сказалась. После взятия двух девайсов главных он очень слабо остался, здесь нету хп у Пасито, поэтому будет его дальше закрывать. 8-3. Ай, шога, сразу не залетело, мог он там и умереть, но нет, в итоге вторую попал. Хэви уже мега за соперником. Слушай, он сейчас внимательно, куда пойдет Эними. Эними там скачет. Ронни меги. Мега раньше. Так, мегу, кстати, сейчас Пасито подарит, видимо. У них сейчас будет драка. Нет, нет, не подарил, еще и наказал. Но там рейл вот этот шикарный при падении Снелгана очень хорошо удался дальше. Сблизился на сфере и в ближнем бою уже замесил, потому что Данчесу удеваться было некуда. 5 фрагов, 2 минуты. Ну, все зависит от Данчеса. Будет ли он стреляться или будет убегать. Естественно, ему на самом деле стреляться не надо. Абсолютно. Ох, 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 что творит? Ну, это мужские не боятся лезть на обилки Дума. Хотя реально, ну, надо было просто отбегать концовочку, карту в копилку. Завоеванное ранее преимущество спокойно держать и сделать шажок небольшой победе. Нет, решил на аркаде еще отыграть и вот так вот красиво на думе забил соперника. 10-5, последний минут сейчас пойдет. Вот это уже слишком аркадно. Хочет джампиться на шафт, но в итоге какие-то безумства периодически Данчес творит. Наконец-то убили его. Ну, уже счет такой. Давно не важно. Оба игрока на самом деле им демонстрируют высоченный
не всегда, да, там супер стабильно, что вот всегда все улетает. Но иногда прям такие связочки. Тем временем отрыв сократился до достаточно небольшого, но времени. Так что еще раз можно убить, а можно не убить. Ну, в общем, дальше уже точно говорить нечем. Это у нас еще одна карта в копилке. Гладбанчесом. Ох, варежка на кулак. Варежки, конечно, сильнее, особенно если там кастет. GG, Бладран за Данчесом. И у нас вторая карта пошла. Это выбор Паситы. Также он выбрал Галину на эту карту. Соперник Данчес взял Вайзера. Забанено уже из персонажа у нас Никса и Пикер. Ну и смотрим, что сейчас будет. Может, все на этой карте закончится, или же все-таки Пасита еще поборется. Раунд начинается в 3, 2, 1, fight. Данчес на хэви. Сразу вперед. Не мудрит с задержкой взятие предмета. И шаг, и пошел сразу. Ужин. Хороший рейл. Хороший, но нестабильный. В ответочку прилетел от Паситы, но там 100-0. Вот сейчас за полтинник. И драка за хэви. Нет, драки не будет. Попал в контрольку Паситы, ушел на мигу. Потому что понимал, что там первым он окажется. Тут же кусок миги состригли. И снова у Данчеса очень хорошее преимущество. Хорош. Очень четкие дуэльсы. Здесь попытка поймать на запрограммируемом спаме. Заспамить. Но в итоге соперник появился в другом месте, поэтому не срослось. Ну, мига за Данчесом. Ждет он действий соперника. До сих пор у него нет ракеты, он ее в принципе и не берет. Хотя мог это сделать. Но ракет на руинах не всегда вообще не знал. За хэви, конечно, с ней желательно драться, но опять пока Данчес в этом необходимости не видит. Даже сейчас ее обошел. Ну, сейчас хоть возьмет. Наконец взял. Почти на третьей минуте. Первым будет хэви. Сейчас будет встреча. Хорошая ракета на 72. И смотрите, как далеко соперник от хэви. Данчес какой-то странный сейчас маневр совершил. Он... Интересно, что хотел. То ли добить соперника, то ли просто не знал, куда именно сейчас лучше бежать. В итоге такой крюк сделал. Но повезло, что соперник, в принципе, это... Но он и не мог прочесть так, чтобы всю карту отрезать. В итоге все-таки девайсы каждый свой взяли. Но Паситы сейчас толще в два раза. Так, сейчас будет встреча. Хороший рейл, хороший второй рейл. Все равно сейчас Данчес тоньше. Сейчас вот стэк сравнялся, но мега за Паситы, поэтому вроде попадает Данчес намного больше, но стэк все равно у него очень слабенький. Хорош. А что же на ракеты ты не стал доливать? Вроде она у него там оставалась. Мне кажется, увереннее было бы к
стенки, да, в таком узком проходе. Просто размазать, возможно, он хотел сыграть максимально красиво, думал, что от лисы сейчас соперник умрет, а он не умер, спокойно добил. В итоге 1-1, у Данчеса там вообще нет хп, но он, правда, возьмет мегу. Поэтому ничего прям супер страшно, ну разве что счет теперь ничейный. Так, по идее, Данчес слышал соперника, хороший рейл. И разошлись, Хэви уже лежит. I will not grant you that privilege. Так, сейчас меня не было половить, но не сориентировался. Данчес там все еще стоит. Он все время ищет вариант для того, чтобы подрейлить. Хороший рейл у обоих игроков. Ну, Паси-то по позиции уже стрелял, а Данчес реагировал хорошо. Меган. До Хэви 20 секунд. Так примерно равны. Сейчас у Пасида будет чуть побольше. Тут же рельса еще одна. Уже не знаю, когда мы по счету. И сколько ракет заносит Данчес. И в итоге рельса его добили. 2-1 уже он вступает. Так, лежит Хэви. Сейчас непонятно, прыгать или не прыгать. Если прыгнет, то его точно воздует. Не прыгать Хэви отдаст. Ну там мега, поэтому не сильно критично. Просто разменялись, но и главное для Паситы, что счет сейчас его пользу. Просто только насколько. Да, вечер перестает быть томным. Пасита не сдается в этом суперфинале. И уже плюс 2 на руинах. Ну это его так. Счет, напомню, в серии у нас 2-0 в пользу Данчеса. И это Best of 5. Ему нужно еще одну карту забрать. По Сити 3 подряд. Пасита также, напомню, 18-летний игрок из Рязани. Хорошо встретил. Что творит? Там одной пульки хватит. Даже вот так вот подставившись на рейл, в принципе, фраг в данном случае гораздо важнее был. 4-1 это очень уже комфортное преимущество для руин, для 3 минут. Здесь тотемы. Даже не стала встреча. Ракета закончилась. Обидно. Опять же 3 минуты, но 2 фрага это уже реалистично к отыгрыванию. Ай. Будут закрывать. Да. Неудачно подставился под эти рейлы. Дальше завертел головой. Хорош. Ну иногда такие серии ребята выдают. Я просто в шоке. 4 рельсы просто на изи. Рановато, конечно, Данчес там, мне кажется, сдался, но... Так-то, конечно... Такое тяжело. 7-2. И мига должна лежать. 4 фрага, 2 минуты. Ну, боюсь. Не на этой уж точной карте корабль кип в принципе более чем реально отыграть.
Руины слишком большие, если оно там использовалось. Ну, для 2 на 2 она, в принципе, не такая уж и тесная. А, на ней еще и Sacrifice сыграли. 4 на 4, то есть. Для дуэли-то она реально огромная. Здесь можно бегать и бегать. Ну, вот сейчас Данчес понял, что, по-моему, слишком много отдал зачем-то фрагов. И уже не знает, что делать, есть ли у него шанс или нет, но все-таки за минуту до конца признал, что шансов нет. GG, руины за паситы, и нас ждет следующая карта. Ну и, собственно, пошла у нас следующая карта. Третья по счету, ну и с учетом того, что у Данчеса одна карта в преимуществе, как победителю сетки виноров. И ему, собственно, одну карту осталось. Все еще осталось одну до победы. До победы. А по сети надо брать две подряд. Дальше с нам Бласковича. Да, то есть не с тем подрался, но потом подрался с тем. Как говорится, не всегда, когда гонишься за двумя зайцами, это заканчивается неудачей. Здесь оба зайца сдулись очень быстро. Одного так вообще в болото бросили. Бодрое начало. Что будет дальше? Хэви намного раньше. Имеется в виду Хэви, окей, он по таймингу, вот Мега намного позже. Сейчас может Пасит ее и забрать еще. Хорош. 15 секунд армора. Еще одна рольса. Дальше прям летит порой очень жестко. Слышит он, где соперник. Так, потратил он обилочку. Ну, может сейчас рыцарь наказать. Нет, сразу влево джампадро летел соперник. Чтобы не подставиться под рыльцу. И вроде бы разошлись. 10 секунд хэви, но здесь непонятно, как туда идти. Центр карты за соперником. Центральная перемычка. Оттуда он ракетой спамит. Так, вот сейчас будет встреча. Хэви лежит. Не попал ракеты. Сейчас про руки джамп все знает. Слышал. И драка за мегу. Там вообще хп нету. Но в итоге все-таки фраг состоялся. Мега очень помогла. И 2-0. Хэви 8 секунд. Данчес держит позиционку здесь. Хороший рейл. Комбо из двух рельс у него очень часто сегодня получается. Здесь легко не попал. Там уже посложнее. Мегу отдал. Но не страшно. Сам в порядке. Дэмэджа вообще не получил. Хорош, хорош. Ну, здесь он падает. И пошел пуш. Это было забавно. Если там спасется он... Нет, там нереально просто. Спастись было... Это было бы очень комично. Данчеса не проведешь. Контроль все еще у него половинчатый, то есть он никак не может начать брать все. Да что ты творишь? 5-0, 3 минуты. Вулкин. Прям не остановить. Так, хп мало. На рейл не хватит. Хорош. Га лежит. Ну вот, карту отдал. Слышал, где соперник. Что там, телепорт. На аптеку еще. В принципе, 100-100. Нормально. Жить можно.
Соперник не мог на самом деле предвидеть такой расклад, что сейчас там будет обилочка и что там будут шафты, но счет отыгрывать как-то надо. Так, ну вот сейчас должен сдувать пассита. 6-1, 4 минуты, время, конечно, вагон, но перестрелит его очень жестко. Ну, даже сейчас шанс вообще не врезается, а в ответ там залетает в него. Хорошо попал плазмой. Ракета у Данчеса тоже очень хорошо идет. Контрольки там все заносят. А вот здесь как пасита. Как он нелепо отдался. Он, видимо, не ожидал, что так близко Данчес будет на этой перемычке. Просто подарил фраг, который его действительно уже так серьезно отдалил от продолжения борьбы. 7-1. На ровном месте без дэмэджа. Да, сейчас у него все еще будет контроль. А он Данчеса. Собственно, с этим проблем нет, он играет четко от стрельбы. Контроль ему и не нужен. Да, все заносит, просто все. Что ты творишь, как среагировал? Он не ожидал, что соперник будет по левой дорожке бежать, но все равно попал. Бодрый, бодрый квик. Хорош. Мега снова оставляется. В общем, он позволяет ему брать все, но на этих подборах заносит в два раза больше. Мега, кстати, лежит. Вот сейчас уже взяли. Есть контакт. Ракета не зашла, успел телепорт убежать. Ох, какие там скорости безумные. Ой, если бы еще на РЛ попал, но здесь уже на кураже пытался там красиво закончить, но не попал. Статистика будет в конце. Урон. Ну, промахиваться на самом деле он тоже очень много. Просто очень много стреляет из рельсы, поэтому иногда кажется, что там вообще заходит все. И последние 3 минуты остались. Ракетка шикарная, уверенная. Попытка сразу на респауне подловить. Хэви лежит, дальше туда даже не идет. Ищет соперника, чтобы умереть. Ох, как хорошо. Обилочка вовремя пригодилась. 11-5. Ну, что с ним сделаешь, как говорится. Шат. Все заносит. Ну, уже пасситы давно, я думаю, понял. Что, отыграть здесь нереально. Да и даже сейчас он сделал 0-0. Что один игрок настолько жестко перестреливает. Другого, что, в принципе, роль это не изменит. Так что, полагаю, последние полторы минутки мы смотрим на этом чемпионате. 14-6. Хороший рейл сбросил соперника. Ну что, поборется? Ну, 7 фрагов. А здесь шогай Данчес и снова все по красоте. Да, вот наконец-то и на спауне поймал.
Пошла. Бежит там нега, до нега, наверное, не дойдет. Нет, дошел, дошел. Касси-то уже лезет, в принципе, да. Роли особо не играет, с каким счетом матч закончится. Ну, руины были зато реально очень-очень интересно. Здесь, конечно, эта карта, она больше про стрельбу все-таки здесь. Не убежишь вообще никуда, если соперник тебя пушит. Все время реально не деться. На руинах чуть проще, там что-то смог по себе придумать на своем пике. Но на его только и хватило. И, ребята, это GG. Шикарная игра. На самом деле от обоих финалистов. И на этом все. Вот, собственно, статсы. Данчес 29-52. 55% фрейл. По демеджу на 1600. Вопросов больше нет.